мы представляем вам фантастическое произведение «Трое из Простоквашино». В главных ролях Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Юлия Тимошенко. Скажи, кто так? Кто так? Скажи, кто так? Скажи, кто так? Кто так? Скажи, кто так? Слушай, по-моему, зря мы его кормим. Ну вот скажи, какая от этого твоего Луценко польза? От Луценко польза большая. Вот придет Тимошенко власть забирать. Постучит, а он ей, кто так? Она поймет, что у нас не все дома. И власть забирать не будет. От твоей картины какая польза? От этой моей картины большая польза. Она нам в бюджете дырку закрывает. Кто так? Кто-то пришел. Це я, почтальон Печкін. Принесла компромат на вашего мальчика. Тільки я вам його не віддам, бо у вашого звариша документів немає. Так, чесні вибори і руки, яку ніколи не крали. От мої документи. На документах завжди печать повинна бути. На ваших руках є печать? Немає. А вибори їх і подробити можна. А ми эту вашу посилку і даром не візьмемо, понятно? Очень нам нужен этот шоколад. Який це шоколад? Обыкновенный. У меня кум на шоколадной фабрике работает. Да, вот и шлет, кому попало. У него этого шоколада, ну просто завались. Шоколад там, чи не шоколад, но я вам все равно ей не віддам. Слушайте, а давайте я вас на память из ружья щелкну. Из какого ружья? Из фото? Из обычного. Не надо мне щелкать. Я, можно только сказать, новую жизнь начинаю. В оппозицию перехожу. Оппозиция, шмоппозиция. Чья она эта оппозиция? Оппозиция, вона наша. Нет, нет, Верховная Рада у нас государственная, значит, и оппозиция у нас государственная. Верховная Рада, может, и государственная, все, что она дает, то наше. Так. Стоп! Подождите. Значит, холодильник мы берем на прокат. Он чей? Государственный. А мороз, который он вырабатывает, наш. Я вам свой ответ покажу вот так вот. На! Не понял. Это что же сейчас было? Это американская национальная изба. Фиг вам называется. Дожили. Мы ее, можно сказать, на помойке нашли. От Лазаренко очистили. А она нам тут фиг вам рисует. До чего мы дожили? 21 век на дворе, а у нас одни полномочия на двоих. Как при царе Кучме. Це може из-за того, что у вас ресурсов не хватает. У нас ресурсов хватает, у нас ума не хватает. Я ему говорю, поедь в Брюссель, договорись о вступлении в НАТО, а он кеды купил. Це він не подумавши зробив. Да. Чем теперь за газ будем рассчитываться? А давайте у соседей денег займем. Как будем отдавать? А мы продадим что-нибудь ненужное. Что? Ну, например... Газотранспортную систему. Как? Ну у нас же газа нет. Нафиг она нам нужна? Так. Значит, ничего мы продавать не будем. Точно. Мы пойдем клад искать. Ура! 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 Стойте, стойте, вы же не разговаривали. А мы уже помирились.
Потому что, значит, совместный труд для моей пользы, он, так сказать, объединяет. О, вот так вот. Да, я многое поняла. Но если бы у меня была вторая жизнь, я бы ее провела здесь, в нашей Украине. Thank you.